Лучшие друзья девочек – это весы. Не бриллианты, нет, весы, дружите с весами. Они вас не подведут, они вам подскажут. Ты можешь сегодня это съесть, ты молочинка. Нет, тебе это нельзя сегодня, но явно видно нельзя. Посмотри на цифры. Дружите с весами, у меня всегда контроль на линии, всегда. Мне нравится, нравится наблюдать, как я себя веду. Так, ну хорошо, обнуляю весы. Канадская граница у меня 80 килограмм. Минус 300 грамм с телефончика снимаю. Все, обнуляю весы. На весы, Танечка. Семьдесят девять шестьсот пятьдесят минус 300 грамм. 79 350. 79 300. Нормальный вес. Супер, молодец. Молодец, Таня. Молодец. Мои хорошие, я сейчас на пробежечке на своей. Вот, пожалуйста, на той стороне Аленочка спортивной ходьбой. Молодчина. Я ее все-таки увидела. О, дядечка передо мной. 74 года. Бегает каждый день, и очень давно я его вижу. Ни год, ни два, ни три, ни четыре. Я его давно вижу. Каждый день выполняет упражнения. И вот каждый день такая легкая труса, красивая. Молодчина. То есть мы в работе, мы молодцы. Как называется рыбка ваша? Сырка. Ничего себе. Да. Вот, пожалуйста, рыбка ловится здесь классненько. Рыбаки. Хорошо, спасибо. Мои хорошие, я все упражнения показывать не буду. Нет, занимаюсь. Я хочу, чтобы вы видели. Я занимаюсь в постоянстве. Форма тела – это постоянство. Отрабатываем свои калории, да, то, что мы наедаем, отрабатывать все нужно. Похудение, понятное дело, это дефицит калорий. Все нужно отрабатывать. Я только напомню, стою на одной ножке, это хорошее упражнение, я мокрая, когда я стою на одной ноге. Я не просто стою, да, чтобы не болтаться, да, чтобы удержать себя, а я оттягиваю ногу, и я должна услышать такую легкую приятную боль по мышце вот этой, вот это, вот. Я оттягивать должна ногу, а не просто вот так стою, ля-ля-ля-ля-ля, нет, так неинтересно. Нет, это детство, оттягиваем ножку и почувствуйте боль в этой мышце. Вот тогда будет результат. Должен быть легкий, кратковременный стресс от физической нагрузки, а не просто стоять. Кардионагрузочки, ходьба такая быстрая, спортивная, или труса для меня мало. Нет, должны быть еще какие-то силовые упражнения. Да? Ну, я придумала для себя, меня это очень устраивает. Я беру носовой платочек, потому что нога мокрая, скользкая, мне неудобно держать ногу. Соскальзывает рука с ноги. Вот у меня носовой платок, и я так постоянно делаю. Вот так, раз, подняла ножку и оттягиваю. Теперь считаем до 200. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, сорок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, пятьдесят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, шестьдесят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, семьдесят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, восемьдесят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девяносто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, сто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Ногу оттягиваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, сорок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, пятьдесят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, шестьдесят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, семьдесят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, восемьдесят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девяносто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, сто. Поднимаем ножку, отводим колено в сторону и делаем еще. Пока не поздно, пока не рано, не ухожу я из ресторана. А я гуляю, а я пьянею, и ни о чем, поверьте, не жалею. Так точно я провожу с другой ногой. Тоже стою, считаю до 200. Потом у меня до упорчика приседания хотя бы 20 раз. Это обязательно. Был артрозик.
Воспаление снимаем в течение полугодика. Наклончики выполняем. Кулачки на носочки. Вытягиваемся, как котики. Ну и вот так. Элементарное упражнение, но в постоянстве и в системе. Все, мои хорошие. Люблю, целую. Мои хорошие, посмотрите, кого я вижу. Алена, ну подходи. Подходи, посмотрите, как изменился уже человек. Уже! Аленочка, супер! Минус есть, честно? Вот еще. Есть. Боже мой, совсем другой человек. Моя ты хорошая, сейчас пообщаемся. Моя хорошая, Аленочка, ну расскажите немножко. Значит, у вас сейчас внучек пошел в школу, да? Девочка. Девочка. Да. И график изменился? График изменился, но на пробежке. Каждый день. Значит, ребенок в школе, да. А вы на пробежечку. Да, вот, пожалуйста, люди, вот равняйтесь. Бабушка имеет семью, бабушка для своей внучечки, да. Внучечки. Да. Аленочка, а по питанию скажите нам, что вы есте? Салатики. Салаты. Все возможные. Капусточка, огурцы, помидоры, все вот это вот. Все кушаю. Отлично. Мясо-рыба. Мясо-рыба. Мясо так, кусочек горненький. 200 грамм, так горненький. Горненький. Не 100 грамм, я на диете. Не. Вот. Нет. Молочку вы есте, чи не? Люблю с утра. Так, хорошо. То кофе. Ну, то есть вы есте молочку. Да. Сирий, творожок, да. У вас таке є. Да. Йогурти. Йогурти. Йогурт. І на вечір їм висівки. Висівки. У вас такий еубіотичний, вечеря еубіотична, еубіотичний ужин. До 5 часов. До 5? 5 часов, это уже все. Я встала, со стола и все. Все. А что-то можете себе позволить? Нет. Яблочко, чай? Нет. То после 5 нет. После 5? После 5 нет. Все. Вот, потому что у меня второе дыхание. Я на улицу. А, то есть у вас пробежка еще вечерняя? Да. Вот поэтому результаты. В постоянстве работаете, двигаетесь, поэтому. Скажите честно, Лена, вот так вот, в сравнении, как вы себя чувствовали до того, как вы начали заниматься, и сейчас? Вот расскажите немножко, вот самочувствие физическое. Ну, разница очень большая, колоссальная разница, потому что я просыпалась, я уже была уставшая, я уже не хотела ничего. Сейчас я пошла в школу. Да. Пришла в школу, пошла на пробежку, я себя чувствую прекрасно. И я работаю. Ой, отлично. Вот, человек в спорте, двигается, пожалуйста, красота. Алена, на сколько вообще минус в общей массе? 22. 22 килограмма. А какой у вас рост? 164. Ага, ага, понятно. Вы такая маленькая, не очень высокая. Ну, спасибо, Аленочка, спасибо. Нам приятно было с вами пообщаться. Да, всего хорошего. Какая приятная встреча, да? Вот это мотивация. Меня мотивируют такие люди. Меня мотивируют. Очень мотивируют. Думаю, какая умница вечером. Только свободная минутка. У нее не просто вечерний променад. Я не говорю, дома свободная минутка, мы общаемся с семьей. Нет, только свободная минутка. У нее сразу пробежечка. Вы видите, как человек ходит быстро? Вечером, после 5 часов, не хлопает холодильничком, а двигается. Вот и результат, вот поэтому результат. Конкретный дефицит калорий. Она все сжигает, все отрабатывает. То, что съедает за день. Вот молочный продукт съела, тот же йогурт. Да, и она отрабатывает его. Не лежит чревом вверх, правда? Отрабатывает, вот и результат. Я когда худела, тоже у меня была... Выходные дни, даже две пробежки у меня было, когда худела. Ну, когда удерживаю вес, как бы успокоилась. А потом думаю сама себе, нет, Танечка. Вот Аленочка мотиватор, number one, номер один. Все, теперь у меня будет не вечерний променад, а вот такая пробежечка. Точно, 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 мои хорошие, точно. Да, и про между прочим, вот есть люди, которые говорят, слабый мочевой пузырь, часто хожу в туалет. Бубновского на эту тему слушайте. И точно человек говорит, слабая мочевая система, мышцы, мышцы. Работайте над своими мышцами. Тогда будет все хорошо в малом тазу. Тогда будет все хорошо, не только с мочевой системой. Мышцы должны быть, мышцы. Вот хорошо разрабатывает мышцы спортивная ходьба. Ух, как чувствуются мышцы попы, как они работают. Мышцы попы, вы походите, не просто широкий шаг и палка, нет. Спортивная ходьба, и почувствуйте свои мышцы попы. Все, мои хорошие, пообщалась, телефон прячу и погнала. Там у меня турнички, я еще на турничках занимаюсь. Отлично. Я мокрая, вспотевшая.
Значит, выделились анаболические гормоны, это хорошо. Вот на этом тренажере я поднимала себя 15-20 раз. 15-20 раз. Сейчас я легко в элементе поднимаю себя 30 раз. Что значит заниматься в постоянстве? Тренировочка, как и во всем. Привычка, тренировка, да, привычка в питании, правда? Привычка в режиме дня, привычка заниматься спортом. Не только утром, но и вечером, по возможности, два раза в день. Привычка, все, пожалуйста, результат есть. Поднимаю 30 раз себя. Приятно? Приятно, молодец. У меня закон. С парка не выходить, а выбегать. Выбегать. Вот у меня сейчас такая легкая трусца. Я поднимаюсь вверх. Вот, 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 вот. Собачка, лыжню нам, лыжню. Маленькая, маленькая. И нужно подниматься, подниматься. В темпе, в темпе, в темпе. Вот, пожалуйста, только выбегаю. Справа налево, слева направо. Лимфа. Лимфатическая система любит подъемчики. А лимфатическая система – это отечность, отвечает за нашу отечность. Все, отзанимала, спасибо Богу. Я вышла из парка. Могу спуститься ниже. Первый парк, водный каналчик. Но вот здесь мне удобно идти конкретно спортивной ходьбой. Транспорта здесь мало, мало в это время. Спортивная ходьба у меня здесь всегда. Я не просто иду и шлепаю, все, я отзанималась и в развалочку, да? Сошла на берег, да? Нет, нет, спортивная ходьба до поворота на мост. А там я могу позволить себе взять телефон, пообщаться 300 метров. Там у меня есть 300 метров всего лишь. Потом я уже на рыночке. Все, телефончик прячется. Но здесь у меня только спортивная ходьба. Все. Не швендяю, а иду в спортивной ходьбе. С ровненькой осаночкой. Ну так получается, мне шумит стиральная машина, а на сковородке у меня еда готовится. Я вам показываю. Значит, я прибежала с пробежки, готовлю еду. Разогреваю сковородку, несколько пшиков масла растительное у меня оливковое, помидорчики кусочками, сверху орегано у меня. И сейчас у меня будут яйца, ну то есть омлет будет. Яйца, здесь у меня шпинат и тунец. Сколько тунца? Грамм 50, наверное. Ну, подсолила, конечно, немного. Все, шпинат, яйца, тунец. Сейчас заливаю помидорчики. Осталось накрыть только крышечкой. Сковородка в руке. И вот теперь выкладываю омлет на тарелку. Смотрите. Ну, сами понимаете, не очень удобно. Одной рукой. Таня жонглер, да? Ну вот. Нормальненько, да? Нормально. Нормально. Будем считать аккуратно. Нормально. Все, одна рука только, да? Задействована одна рука. Смотрите. Смотрите, какой пышненький омлетик. Правда пышный, красивый? Правда? А какой состав замечательный. Помидорчик, овощи есть здесь, да? Есть шпинат, это клетчатка, яйца хорошие, да? Очень хорошие домашние, кстати, у меня яйца. Тунец у меня, да? И вот такой замечательный омлет. Очень большой. Посмотрите, какая большая тарелка у меня, да? У меня еще овощи. Вот, пожалуйста, овощи. Значит, помидорчик, огурчик. Это не клетчатка, это влага. 100 грамм помидор, 100 грамм огурца, это полграмма клетчатки. Это влага, это вода. Ну какая вода, с какими минералами, люди? И перчик, сладкий перчик. Вот, пожалуйста, вот такая еда. Красота, правда, мои хорошие, да? О, насыщение, кажется. Кажется. Кажется, большая порция, да? Такая большая порция, ничего же. Ты же на диете, Таня, как ты это все съешь? Ты на диете, тебе нужно есть по 100 грамм. Да сейчас же 100 грамм. Два яйца, это норма? Норма. Два яйца. Шпинат, помидор, тунец. Здесь лишнего ничего нету. Калорий мне считать не нужно. Все на глаз. Вы должны видеть на глаз. На глаз. Это позволительная порция? Позволительные продукты? Конечно, да. Только да. Все, мои хорошие. Вот я буду есть уже. Красота. Никакого хлебца, хлеба у меня не будет. Кто со мной, всем приятного аппетита. Мои хорошие, я присела, ближе с вами пообщаемся. У нас нету света, поэтому яркости не будет. Свет отключили.
Ну ладно, будем общаться в темноте почти, да? Ну не темно, но яркости нету. Значит так, мои хорошие, день начала, да, показала свой вес, показала весы, да? Я дружу с весами, мне очень нравится дружить с весами, очень нравится. Я не боюсь весов, с первого дня я подружилась с весами, я советую, дружите с весами. Не надо взвешиваться раз в неделю. Вы конкретно будете знать. Ага, вот это мне 100% даст привес. О, я ем кашу сегодня, да? Я ем рассольник сегодня свежим, то есть с кислым огурчиком, да? Точно будет привес. Встаньте на весы утром. Или, допустим, точно как Алена советует. Я после 5 не ем. Все, вес будет замечательный. Вес будет замечательный. Можете спокойно запрыгивать на весы. Так. Вес показала. Меня устраивает мой вес. Очень устраивает. Я его как бы контролирую. Контрольная линия у меня. Все. Я даже не переживаю. Не переймаюсь. Дальше что? А дальше парк. А дальше Алена. Чистая случайная встреча. И что я замечаю? Этот человек занимается в постоянстве. Этот человек занимается в системе. Этот человек даже занимается 2 раза в день. Вы это услышали. Человек даже... нам рассказал о своем питании. Много салата у человека и мясо, рыба. Или мясо, или рыба. Вечером последний прием пищи 5:00, 17:00. Что человек ест? Йогурт, кисломолочный продукт с отрубями. Эубиотический ужин. Отлично. Человек, вот, на ковре у нас был, призналась Алена, всем все рассказывает. Это мотивация? Да. Меня Алена смотивировала. Таня, ну ты же когда худела, ходила 2 раза на пробежку. Я когда могла, была дома, когда была выходная, у меня 2 раза была пробежка. 2 раза. А сейчас я так немножко в этом плане отъехала, да? Променады, да. Но если променад у меня, то у меня быстрая ходьба. Ну не такая, когда я в спорте, нет. А тут мне просто захотелось. Нет, Танечка, ты сегодня пойдешь на пробежечку. Алена меня смотивировала, люди. Вот, ну, честно вам говорю, смотивировала. Я сегодня буду на пробежке. Да, я хочу. Ну, пусть не в 5, но в 6 точно. Чтобы не так жарко было уже. Буду. Подвигаюсь хорошо. Дурочка уходит. Тоже хорошо. Так, значит, что еще? Свою еду. Ну, частично стараюсь показать. Так, иногда показываю, люди, иногда не показываю. Я только напоминаю. Я никого не учу готовить. Все умеют готовить. Объемная тарелка должна быть. У вас не должно быть нервов. Ой, моя метаболическая тарелочка. Горсть. Не надо мне. Не надо, чудо-юдо, мне вот эти тарелки метаболические. Такое страшное название, да? Тарелка метаболическая. Надо ж такое, а? Казеин. Глютен. Метаболическая тарелка. Боже, как страшно, как неаппетитно все, да? Как же неаппетитно? А у нас еда просто царская, да? Большие объемы. Обязательно. Вы смотрите на свой стол праздничный, у вас красивая посуда и большой объем еды. У вас много салата, у вас столько овощей. И красные, и желтые, и зеленые. Какие хотите овощи? Кто-то говорит, а у меня салатик, посмотри. Здесь и капусточка, и огурчик, и морковку натерла еще. Натерочку по-корейски. Или, допустим, у меня морковка по-корейски, у меня бурячок по-корейски. Побольше салата делайте. Омлет какой большой. За счет чего? 2 яйца. Норма? Норма. Пучок, целый пучок покупной шпината. Целый пучок, люди. Ну, 20 гривен у нас стоит. Шпинат, целый пучок. Тунец есть? Ну, грамм меньше даже, чем полбаночки, наверное. Баночка 180 граммов, 50-60 грамм у меня тунца. Что еще там? Помидоры снизу были, а? Нормальная тарелка по объему? Нормально. 2 яйца нормально всегда человеку здоровому, который отгонял уже 7 километров, и нас не догонишь? Нормально? Нормально. Вот, пожалуйста, я наелась. А хлеба у меня не было. Хлебца у меня не было. Нормально. Кофе буду пить, только немножко позже, обязательно. Шоколада у меня нету. Да не хочется, надоел шоколад. Я беру финики, у меня есть 2 финика, только 2, мне хватит. Никакой сладости нету, я завтра, может даже сегодня сделаю, на завтра. Нет, скорее завтра сделаю, у меня нету сухофруктов. Халва, да, сделаю халву. Вкусненькая мне халва, кофе будет, такое лакомство. Так, значит, тарелку показала, все рассказала, то есть никаких подсчетов калорий. Я на глаз вижу, много это.
Если бы я положила, допустим, этот омлет 4 яйца, мне бы сказали люди, что тут, Аня, ты это обжирайся. 4 яйца или 3 яйца. Да? 2 яйца – это норма человеческая вообще. 2 яйца, 2... 2 большие яйцеклетки полезнейшие, да? Эмбрион, зародыш тела, знаете, как икриночка в икре, яйцо. Полезная еда, да, шпинат. Супер просто. Вы знаете, наелась, вроде бы большая порция, да, и мне легко. Нету такой тяжести, хочется полежать. Нет, нет, хорошая еда, правильная. Правильные нутриенты, все правильное. Комбинация хорошая. Если кто-то хочет, в первой половине дня может добавить хлеб, хлебец. Можете добавить. Ну, потихоньку от этого отходите. Чем реже, тем лучше. Мой вам совет. Нужно ловить момент, света нету. Сейчас повернет солнце, будет просто в окно светить сильно, даже жалюзи не помогают. И здесь будет очень некомфортно. Ну, жарко само собой, но дело в яркости. Яркость потом будет такая нехорошая. Я одета не жарко. Кстати, у меня шортики, лен. Они очень хорошие, такие объемные и не жаркие, лен. Очень приятный к телу. Значит так, мои хорошие, рассказала себе, да? Значит, Алена после 5 не ест. Она приходит после пробежки, и ей есть не хочется, кушать ей не хочется. Я же у нее спросила, ты яблоко можешь пожевать? Нет. А чай с какой-то ягодкой? Нет. Вы все услышали, правда? О, тема, думаю, хорошая информация будет. Сейчас напомню всем, потому что напоминать нужно постоянно всем. И мне тоже, хотя я отлично знаю. У меня эта информация вот здесь, в бортовом компьютере. Но как нужно себе напоминать громко? Точно, точно пойдешь вечером, будешь заниматься вечером, ну сейчас постепенно, постепенно к этому дойду. Значит так, аппетит и тренировка. Вообще есть тренировочки, которые подавляют наш аппетит. И все знают, чтобы похудеть, нужно создать что? Правильно, дефицит калорий. А чтобы создать дефицит калорий, нужно что? Да, не доедать. Кого-то это устраивает, не доедать. Меня это не устроит, нет. Мне лучше другое. Можно дополнительно потратить калории. О, меня это устраивает. Дополнительно потратить калории. А что эффективней? Не доедать или потратить калории с помощью физических упражнений? Мне лучше заниматься. Поэтому я... Нас не догонишь. Мне многие могут написать. Раньше писали, да? Да может человек и сейчас написать. Я ем так, как вы, а я не худею. А вы смотрите еще вторую сторону медали? Так я же еще отрабатываю. Мое похудение – это минимизация углеводов с первого дня. Я не прыгала никогда по диетам. И мое похудение – это питание и движение. Не урезание калорий, нет. Движение. Если мне не двигаться, значит мне нужно пересмотреть свои тарелки по количеству, по объему. Поэтому кто со мной дружит, кто меня чувствует, меня понимает, питается так, как я, и двигается так, как я, у всех все получается. Значит так, даже проведены эксперименты. Взяли две группы людей. Одна группа была с дефицитом калорий. То есть одним сделали дефицит калорий на 25%. Они не доедали. Другая группа тренировалась. Значит, одни занимались спортом, а другие жили на дефиците калорий. На четвертый день им позволили есть столько, сколько хочется. Потом измерили аппетит, регулирующие гормоны и энергопотребление. Каждому измерили. Установили, что обе группы обожрались выше нормы. Но, все-таки есть но. Но у группы с тренировками была ярко выраженная адаптация к потреблению. Ярко выраженная адаптация к потреблению. То есть физическая нагрузка подавляет аппетит. Также на аппетит
влияет время проведения и температура. Вот когда жарко, да, есть не хочется. Только пить хочется, да? Когда пришли с тренировки, есть не хочется. Вот Алена даже раньше рассказывала. Я, говорит, могу выпить кофе с молочком. Мне не хочется есть. Это очень даже нормально. Я после тренировки захожу на рынок, я там еще покажу, я прихожу через полтора часа домой. Я сегодня ела, было где-то 12:30. Я первый раз ела в 12:30. То есть на улице жарко, тепло подавляет аппетит. Тренировки на холоде, конечно, возбуждают аппетит, правда? На холоде, зимой, когда холодная погода. Тренировки в холоде возбуждают аппетит. Интенсивность, да, вот темп. Мы занимаемся с вами в темпе, быстрее идем, да. Интенсивность тоже играет не последнюю роль конкретно в регуляции аппетита. Правда? Темп должен быть, интенсивность, а не просто я походила, я подышала. Если мы с вами вводим мышцы в гипоксию, закисляем их, то вырабатывается молочная кислота, а это лактат. Это подавляет аппетит через симпатическую нервную систему и специфическую замену лактатом. Помните, рассказываю, когда приходите домой с работы, допустим, да, вам вроде бы есть не хочется, но только человек переступает порог дома своего, да, ну, хочется себя чем-то порадовать, да. Вроде бы нужно обмануть свой мозг. Мозг можно обмануть одним, то есть есть только один вариант обмануть мозг, это небольшое количество глюкозы. Или, вспоминайте, или вы попрыгали, позанимались, что получается? Из гликогена мышц выделяется молочная кислота, а это как лактат. И вам вроде бы не хочется есть. Поэтому должна быть интенсивность. Мышцы вводим в гипоксию, закисляем их, вырабатывается молочная кислота, а это лактат. Понятно, да? Легкие тренировки, да? Я тоже походила, погуляла, подышала, потаскала. Палки имею в виду, да? Аппетит только повышается. Это нагуливается аппетит. Должна быть в тренировках интенсивность. Вот кто-то выбирает себе дефицит калорий, да, конкретно. Урезает. Не буду заниматься так, как ты. Нет, у меня нету силы воли. Ну да, вот здесь сила воли, это точно. У меня нету силы воли. Я никогда не буду вот так, как ты. Нет. То есть я буду жить на урезании калорий. Это твое личное дело. А мне лучше добавить тренировочки и убрать лишние калории тренировками. Мне это очень нравится. Я вообще обожаю этот процесс. Вот процесс обожаю физической нагрузки. Я кайфую в процессе. Вот мне не так интересен результат, как сам процесс, когда я быстро иду, когда я дышу, когда я выполняю в темпе упражнения. Мне это очень нравится. Ну и результат есть. Вес удерживается, я вам показываю вес. Я могу себе позволить что-то съесть тот же арбуз, тоже могу себе купить какую-то половинку. Да, вот захотелось мне, да, но я встала на весы. Ага, нормально, Таня, жить будешь, все нормально. Дружите с весами, люди, и все будет счастье. Дружите, они вас никогда не подведут. Не прыгайте по диеткам. Самое главное, минимизация углеводов. Уходим от говнопродуктов. Да? Успокаиваем себя только спортом. Если дурочка прилетает какая-то, сразу выходите и уходите из квартиры. Выходите, идите подальше, в парк, куда-нибудь. И быстро идете. И будет вам счастье. И жор тоже уходит. Аппетит такой уходит, когда вы быстро будете двигаться. Все, мои хорошие, как бы натолкнуло, вам остается только думать. Или жить на дефиците калорий, худеть, я имею в виду, худеть на дефиците калорий, да? Или добавить себе нагрузочку, сжигать калории. Мне лучше второе. Как всегда, хочу поблагодарить всех за просмотры моих видео. Благодарна всем за общение, за комментарии, конечно, за лайки. Большое всем спасибо. Мои хорошие, худеть несложно. Это такой замечательный, интересный процесс заниматься своим телом. Любите себя. Любить себя – это запрещать себе то, что тебя может испортить. Вот когда вы будете как медуза
В кресле долго сидеть, лежать на диване, это вас испортит во всем. И здоровье, и внешность. Любите себя. Любить себя – это классно. Всем до встречи. Дальше будет.